baby, oh baby, don't cry. Селена не беременна, она столько ест. Так как Селена... Вот она. Вау, какой подарок, мне очень нравится. Долго выбирала? Ты спала с моим подарком? Второй подарочек. И этот подарок ждал своего часа. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Та-ра-ра-рам. Привет. Скромняшка Крис. Никогда не представляется. Меня зовут Кристина. Она наглая скромняшка Крис, потому что она как бы... Привет, типа представьте меня. Я должна сама представляться. Ну я же в чужих гостях, в чужом видео. И хозяйка, чё? Хозяйка канала. И чего? Как я голос повысила, когда ты мне разрешила тут умничать. Ну давай. Скромно. Я хочу узнать скорее. Да, сегодня у нас очень интересное видео. Видео. Мы обмениваемся с Кристиной подарками. Но мы не просто так, знаете, прям пошли, что-то купили, там обмениваемся подарками. Знаете, как правило. А ты потом расскажешь, что... Ну ладно, ну-ну, прости. Очень много всего есть дома, что не нужно. Ведь это можно подарить друзьям, правда? Я вот тут правда, а бывает полотенца много, белья нижнего, там, ну, постельного. Белья нижнего? Трусики уже застаревшие. Нет, я имею в виду, конечно, новое, но то, что все равно. В общем, изначально мы с Кристиной договорились. Я говорю, давай, чтобы сильно не тратиться, подарим друг другу подарки, которые есть дома. Ну, так как мы блогеры, нам много всего и присылают на обзор, вы сами знаете, да? И, ну, много и косметики у блогеров, хотя мы и не бьюти-блогеры, и тем не менее. Ты, мне кажется, немножко вообще себя подставляешь. Бывает, что-то купишь, а потом чувствуешь, что надо подарить. А бывает, тебе подарят что-то, думаешь, надо передарить. Да, да. А что такого? Тебе, может, не нужно, а кому-то? А что здесь такого? Ну, в общем, у нас сначала фишка была изначально, что мы подарим друг другу, выберем по три подарка, которые мы считаем, что они будут полезными, да, с каким-то смыслом, и то, что мы найдем каждое у себя дома. Но так получилось, что подготовились мы плохо, и часть подарков все-таки пришлось там кому-то купить. Нет, ну, в смысле? Я купила, но оно мне просто не нужно. У меня тоже такое же было дома, я просто решила купить. Да, оно стояло, я думаю, ну пусть порадуется человек. В общем, с горем пополам мы подготовили друг другу по три подарка. Эти подарки не просто подарки, что что-то не нужно или еще что-то. Это такие подарки, первое, со смыслом. Второе, чтобы для вас была идея, что вы можете подарить своей подруге, заодно увидеть реакцию нашу, потому что ни я не знаю, что она мне подарит, ни она не знает, что я ей подготовила. И при этом тебе не нужно. Не говоришь, ну да. Что не нужно? Мне не нужны подарки подальше? Ну ты сама сказала, что дома лежит и не нужно. А, ну что мне не нужно. Да не, ну вообще, конечно, это неприлично дарить. Да вот представь голову сломать, ты как сказала, чтобы тебе не нужно, и чтобы тебе было нужно, и чтобы со смыслом, это обалдеть, столько должно сложиться обстоятельств. Ладно, давай же поехали, короче, ты первая. Болтушка. Ну начну я с самого... Самого ненужного мне, да? Ладно, начну я... Так как Селена Гомес. Ну какая? Нет, я... вот это вырежешь. Да. Так как Селена. Так как Селена. Мы не сказали, что спонсор сегодняшнего видео это магазин Селена Шоп Свей. Посмотрите на наши прекрасные платья. Да, это платье, платье лапша. Это не просто платье, да. Они еще сверкают. Видишь, они еще сверкают. Вблизи видно. Да. Вот эти вот здесь серые, вот здесь черные с блесточками. Люрекс. Да. Чуть выше колена, очень сексуальные платья. Ссылка под видео будет. Шоурум Селена Свей. Не колется, кстати. Да, они очень классные. Я вообще эти лапши люблю, у меня много лапши, разных цветов. А летом можно какой-то такой приятный. Да, все, поехали. Так вот, так как Селену короновали... Летом. Особенно она с Ростове. Давай. А что? Это на сейчас, на эту погоду, на весну. А в Турции ходят так. Так вот, так как Селену свой... Это не я. Давай. Я хотела ей подарить свою заботу. Дарю так. Тебе. Вот она. Вау, какой подарок, мне очень нравится. Долго выбирала? Я с ним сначала переспала, всё. Обняла. Ты спала с моим подарком? Ну, чтобы он напитался. Давай реальный подарок, мне это не нравится. Я обнимашки, не надо мне обнимашки. Я так и знала, что ты так скажешь. Ладно, я шучу. Это... Давай. Так как Селену Свей многие короновали королева фикс-прайса. Да, это так. Я у тебя этого еще не видела. И я думаю,
тебе может это пригодиться, тем более ты постоянно жадничаешь. Что это? Именно этим. Я жадничаю? Нет, ты не жадничаешь, но ты говоришь вот так. Я жадничаю именно этим. Да. Ну, мы-то много таких вещей. Давай, колись. Сейчас я немного узнаю больше о Кристине. О себе узнаю больше. Фикс прайс, король. Я тебе, Тима, очень символичный подарок. Фикс прайс, твой любимый. Ну, вернее, он всеми многими любимый, но ты, не один человек мне написал Селена Королева. Давай. Так, я вижу первое. Это не цена этого. Первое, цены я не вижу, 35 рублей. Я вижу красивую упаковочку. Я очень люблю подарки в красивой упаковочке. Я считаю, что подругам, хотя я не так красиво тебя все упаковала. Главное, у меня главное будет подарок. Но вообще я очень люблю, когда красиво пакуют. Поэтому даже в своем магазине я девочкам все время стараюсь паковать как подарки все покупки. Так ты понимаешь, что его можно, если что, постирать? Он же долго прослужит. И еще кому-нибудь подарить в этом что-нибудь, да? Да. Да, нет, это не сломалось, да, все нормально. То есть вот такой пакетик, это тоже, считай, как подарок. Да. Очень полезно. Так, а тут внутри... Вау! Представляете? Носки! И они розовые, и они теплые, Крис. Ты знаешь, на самом деле у меня сейчас... Проблема с носками? Не с носками, а вот как раз-таки это теплее, чем носки. Во-первых, они с этими штуками. Ты постоянно падаешь. Ты в Фикс-прайсе купила? Да. Я не видела такие. Я рада. Вообще не рада. Мне хочется Селену просто потискать. И получается, мне кажется, я больно делаю. Они как сапожки какие-то. Сапожки. Блин, ну мне кажется, теперь у меня какие-то голимые подарки все будут. То, что я тебе подарю такие крутые подарки. Зачем ты так говоришь, Селена? Голимые подарки. Потому что вот ты классные мне носки подарила. Мне очень нравятся. Вот она и цена. 200 рублей, ни хрена себе. Дорогие. Самые дорогие. Это самое дорогое, что есть в фикс-прайсе. Не знаю, Вика сказала, что в Заре. Спасибо, дорогая. 700-800 рублей. А я когда она увидела, она говорит, нифига. Мы целоваться не будем, потому что у меня простудка немножко. Ее не видно, я ее не боюсь, если Селена об этом знает. Когда у меня герпес, я ей предлагаю просто... Не называй простуду герпесом. Она красивее звучит простудой. Так, ладно, поехали, я тебе дарю теперь. Я считаю, что... Один из лучших подарков – это когда человек сам себе дарит подарки. Сам себе? Сам себе не дарит, а... Это очень хорошо, я посмотрю. А сам себе выбирает подарки, поэтому вот это тебе. У меня все просто, блин, ты мне такие носки крутые подарила. Я подарила тебе 2 сертификата. Ты можешь выбрать что-то. Общая сумма. Я сегодня зашла, между прочим. Ты выбирала мне, там я же рассматривала. Да, серьезно? Да. По 500. Говорит... Я специально взяла, знаете, девчонки, можно там еще взять сертификаты. Еще и 2 подарила, ты че? Там можно взять сертификаты, ну, как бы на 1000 рублей один. Но лучше взять 2 по 500 и подарить 2, потому что человек может что-то выбрать, чтобы он не пришел, допустим, у него нет настроения, да, сейчас всю 1000 тратить. Он может, кстати, прийти, какие-то сережки вообще найти, чуть-чуть доплатить, там 20 рублей, если вдруг не хватает, да, и все. А второе оставить или кому-то подарить. Ты знаешь, можно, если 1000, поменять по 500 у них. Они могут не поменять и сдачу не дают. Ну да. Поэтому лучше дарить 2 по маленьким, вот, чем один целый. Я думаю, это в любом магазине, вот этот твой лайфхак. Вот как тебе такой подарок? Я очень рада. Я люблю. Да, я же тебе сегодня говорила за одних производителей. Мы сегодня были в Lady Collection, но вот я думаю, что я буду выбирать на свой вкус. Не знаю, Кристина обязательно что-то выберет. Спасибо, она у меня просто так бы накрошена. Давай следующий подарок. Мне очень нравится. Давай следующий подарок. Да подожди, я теперь думаю, что мне там купить. Да потом подумаешь, давай пакет. Не дают порадоваться. Я люблю. Ну и вот сертификаты можно обычно, ну, не украшать, особенно там бантик, все дела. Мне нравится, что можно под... Пакетики и все. Давай дальше. Второй подарочек. Второй подарок. Ну, я не могу обманывать. Купила? Нет. А что? Нету? Он очень долго был у тебя, и ты сказала, что тебе это платье нравится. Да. Как приятно, что, допустим, если кому-то подаришь, не близкому человеку, будет ага, она его носила. А здесь Селена говорит, оно мне нравится. И я говорю, да блин. Забирай. На самом деле, Кристина забыла это платье у меня дома. И оно висело у меня, и я ждала, когда ей отдать. А все время его нет-нет, да померю дома, похожу. И думаю, вот нафиг Кристине оно нужно.
ну куда ей ходить? Некомфортно. Да, я ей еще так и сказала, мне так, ну, не особо там удобно было в нем, там, да, типа. Ну, бывает же, свои нюансы там. Лифчик, не лифчик, то все, одевать, не одевать. Вот. А я померила, мне зеленый цвет идет хорошо. Я как бы вообще люблю платья и пайетки. Я как бы, знаете, за них больная. Вот я могу 10 платьев с пайетками прийти, и он поехала на фотосессию, купила там еще платье с пайетками. В общем, и Кристина намекнула на то, что, ну, как бы, вот такое платье там есть, которое мне очень нравится. Я сразу подумала, что замечательно. Дело подарить. Просто в блестяшке любят Смотри. Ноги, но оно же должно сесть. Ты мерила, тебе, ты говоришь, комфортно в нем? Очень комфортно. Вот видишь, это очень важно. Помнишь, мы мне бордовое купили платье? Вот оно похожее, а ты мне, кстати, его выбрала, помнишь? Бордовое похожее. Тоже с пайетками, только не другие. Помню, вот я то уже. Я чувствую, заношу. Ну, не помнишь. Спасибо. Вот это хороший подарок, когда... Вот еще мне кажется, что очень клево, когда подруга приходит к тебе, особенно близкие подруги, приходят к тебе все время, и они такие, ой, как мне нравится вот это или то. И подарить то, что человек давно уже смотрит на это и хочет. А у тебя оно как бы стоит, да, по большому счету. Ну, допустим, дорогой, да, это же как бы дорогой подарок, я считаю, да, там на Новый год еще что-то. Считай, платье тебе подарили, и все. Ну, я бы хотела, чтобы ты его чаще надевала. Ну, к сожалению, зайка, некогда. Да потому что некогда, у тебя куча вещей, я же думаю, а куда тебе, что тебе дарить? Селену ничем не удивишь. Я люблю пайетки, платья. Поэтому я и хотела подарить просто заботу, сверкать. Любовь и воздух. Ну, еще я и намекнула, знаешь, Лерик. А так ты голову обломала. Да, потому что я до последнего не могла поверить. Baby, baby, don't cry, I love you. Don't cry, I love you, I love you. Мой цвет. Спасибо, пожалуйста. Хорошо, следующее, что я подготовила. На самом деле уже давно я приобрела это специально для подарка, но еще не знала, кому подарю. И этот подарок ждал своего часа. Коробочки маленькие, я люблю. Потому что всегда там ждешь какой-нибудь золотой бриллиант. Вау, давно мне не дарили это что? Это парфюм. Мне давно парфюм не дарили, просто... Я знаю, что Кристина любит парфюмы на самом деле. И этот парфюм один из самых популярных каких-то ароматов. Я не помню, вот... Ты мне духанилась? Нет. Похож на тебя, на твои, на тебя. Ну, у меня есть похожие, у меня много всяких ароматов, но я в последнее время... Не духанюсь, это надо... Похоже, да? Я даже название всех не помню. Или это просто как зимой пахнет, я не пойму. Может быть, это такой немного сладенький аромат, вот смотрите. Спасибо, я люблю туалетную. Какая-то вот, давно вот такая была. Фирма, да. Мне давно никто не дарил, вот кто может только подарить? Dreams. Ну я помню, что можно обшикнуть? Я не надо, их да? брала. Да. Просто малыш скоро будет. Да, малыш придет скоро. Я их брала специально для того, чтобы кому-то подарить. Вообще с... Короче, с ароматами очень сложно, когда ты даришь, потому что ты можешь не угадать. Но тебе нравится? Со мной, да. Мне мало что не нравится. Ну вот я Кристину знаю, поэтому я ей подарила парфюм, потому что я знаю, что ей мало что не нравится. В основном ей все нравится, особенно парфюмы. Ну парфюмы, ну блин, я к ним отношусь. Главное, чтобы оно, знаешь, вот эти, которые подделки, я там стала нотки некоторые чувствовать. Вот я, да. А остальное все когда. Но это, кстати, какой-то парфюм, вот этот парфюм, который я приобретала, мне сказали, что он... Короче, какая-то здесь эссенция, то есть он более стойкий, чем в магазинах, которые продаются. Я все хочу сообщить. Да, вот, я так, вот такая компания есть, в общем-то, они делают такие парфюмы. Вот такая, это какая? Ну вот они, IU как-то, я не знаю, я не помню, я не знаю эту компанию. Но помню, Спасибо. Что мне девочка Блин, писала, тебя... да, и присылала. Я вот чувствую себя, когда я Селенку пихаю, грубую. Нормально. Давай следующий. Вырежи, подарок. Пожалуйста, как я тебя пихаю. Давай следующий подарок. Слушай, ну, одна из зрительниц спросила, Селена не беременна, она столько ест. Ответь, пожалуйста. Пока нет. Нет, Селена на самом деле много не ест, она больше, на мой взгляд, это пуха накидывает. Да, она понакупит, сядет, как это, как а поговорка. Ну, русские мы русские люди, свинья в апельсинах, и сидит вот так вот. Нет, ну говорят так. Ну, поговорочка. Не, ну типа такая села. Ой, ты такая сидит, как свинья в апельсинах. Не, ну я говорю, а что, год свиньи, поросеночек. Свинья в апельсинах.
написано хэштег бы «Свинья в апельсинах Селена». Ну, Селена свинья. Блин, я розовый поросеночек на удачу и апельсинки. Да, я когда ем, я люблю, чтобы много на столе стояло. Но на самом деле могу съесть один бутерброд и наесться. Да. А некоторые люди верят вот тому, что говорят, надо смотреть в корень. Давай подарок уже. А это она недавно тут... Я решила, что я вообще за продуктивные подарки, за то, чтобы это пригодилось всегда. Икра. Лососёвая, зернистая. В фикс-прайсе покупала? Почему? Нет? Из фикс-прайса я боюсь брать икру. Почему? Нет, вообще с фикс-прайса, да, это желатиновая. Серьезно, где брала? Пятерочки? Слушай, на фикс-прайсе говорю. Читай. Здесь не написано фикс-прайс. Что там написано? Играла сосед. А в фикс-прайсе какая? Там же все написано сзади. Да страшно. Конечно, дурят-то дурят, но они правду пишут. Главное читать, они и дурят цветами. Ладно, давай, за сколько брала? Нормально. Дарю на муковню зубы. Сколько русских мыслей бывает. Я твоей игрой ударилась, блин. Потому что нельзя на нее наговаривать гадости. Почем икра? Почем? Нормально, говорю, икра. Ты, я поняла, очень любишь вот икру. Дешевую икру точно дарить не нужно. Смотря с чем сравнивать. Это опасно. Сколько? 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 Говори ты правильно. Ты оставился, чек? Вот так вот дарите. Короче, да, я сначала обосную. Да, обосную. Я люблю подарки, тем более, если они не на там $1000, ну, к примеру, да, ну, это образно, я не в долларах. Вообще, если идешь на Новый год, какие-то сувениры, мне кажется, вот конфеты и вот икру, что-то такое, всегда, ну, это все будут есть, это приятно. Вот шоколадки, я обожаю шоколадки, поэтому мне их дарить не надо. Потому что шоколадки, шоколадки. Нормальная икра, ты же читаешь. То есть ты это взяла со своего холодильника, то, что тебе не нужно? Подожди, ты недавно показывала, что у тебя куча икры. Это тебе для сравнения, не та, которую ты покрываешь. А, для сравнения? Сравни с твоей офигенной икрой, вот это какашку. А говняшку. Нельзя говорить на живые. Блин, рыбу выловили, разрезали, чтобы ты ее съела, и ты на нее так говоришь. А, кстати, она, по-моему, икру дает, не можно ее не разрезать. Или не обязательно. А может быть, она и так дала, мы не знаем. Покакала икрой. Крис, честно, скажи, где взяла икру? Вот скажи, вот я сейчас ее раскороную, вашу, блин, эту. Какая она может быть королева фикс-прайса, если она не читает? Не со... как... Если бы это была из фикс-прайса, тебе бы, наверное, написали, что я... эти состоят из желатина, зерна. Откуда я знаю? Я вообще не брала. Здесь написано, что ты читаешь всегда. Икра, горбуша, соль, масло. И что? То есть хорошая. То есть ты считаешь в фикс-прайсе настолько мафия, что они... А почему написано икра лососевая зернистая, а тут написано икра горбушая? Ну, это уже производитель. Кстати. В общем, а может, мы не разбираемся. А знаешь, веселый подарок. А, они лососевые, наверное, семейство, а горбуша подлососевая. Там у них как-то делится. Мы это выясним, ладно, и откроем как раз-таки сегодня. С винишком будешь есть. Это тебе подарок, это не мне спасибо, подарок. Спасибо, мы вместе будем есть. Вообще, да, вот так вот. Но просто... Я вот не люблю, когда я что-то дарю, начинаю, тут Селена любит, давай идти сразу. Подожди. Я, когда мне дарят, подожди. Я прячу в уголок, и потом ем сама. Подожди. Это подарок. У нас с тобой сейчас такое честное видео, потому что мы как бы дарим и показываем реакцию на подарок. Нравится, не нравится, да, стоит да. дарить, не стоит. Я считаю, что в принципе это хороший подарок, стоит дарить. Просто я так отношусь к икре вообще очень так аккуратно. Поэтому я и спросила, видела в фикс-прайсе такую. И что, никогда не читаешь состав? Я не помню. Видела. Понятно, они делают зеленый с красным оттенком. Там же написано. В общем, это хороший подарок, но не для меня. Я в шоке вообще. Это нормальный человек. Крис, горку будешь кушать? На! Первый. Ты чё? Короче, будьте осторожны. Это икра, купленная в пятерочке, блин. Будьте осторожны. Колбасу она наяривает с пятерки. С базы овощной вообще за 100 рублей колбасу. Нормально. Колбаса дешевле, чем икра. Так, держи, даже подожди. Если бы мне не понравился подарок, я бы его передарила. А вот сладюшки... Да я не отдаю обратно, вместе будем кушать сегодня. Спасибо. А вот сладюшки я люблю. Вот это Селена у вас. Особенно M&M's. Вообще. M&M's отдельное спасибо. Слушай, Лео, как они прикольно сделаны. Я не буду их открывать, тоже кому-нибудь подарю. Не, конечно, классно, что ты... Я их открою, потому что я их буду есть. Я сладкоежка, я люблю шоколад. Я люблю M&M's. И мне интересная упаковочка.
Нет, а вообще, в 2018-м сделал... Ребят, тут M&M's, а внутри не розыгрыш. M&M's. Там розыгрыш. Внутри Баунти. Сникерс. А, и вот M&M's. Это новогодняя, наверное. Там еще розыгрыш, я тебе украшения ищу. Так. Короче, не с холодильника, а взяла, зашла в Пятерочку, вынуждает меня, блин, сказала. Вот тебе, вот тебе. Ты из Пятерочки. Короче, смотрите, тут Twix, Сникерс. Помимо M&M's, тут еще куча всяких. Тут еще можно выиграть украшения девочки. Milky Way, короче. Вот, шоколад я люблю. Шоколад всегда супер, особенно это если известные фирмы нарисованы. Спасибо, дорогая. Ну и все. И мой последний подарок, это я дарю Кристине. Я в шоке. Вы представляете, икру подарила она мне так. А я... Это еще в последний момент додумалась конфеты взять. То есть она, в принципе, конфет не должно было быть. Не представляешь, мне на стол это клёво, и люди покупают икру. А я вот после фикс-прайса, на самом деле. Слушай, ты жрала? Я не жрала, а кушала. Так, ладно, давай теперь мой подарок. А в чем ты? А при чем здесь фикс-прайс желатиновая? Там даже не фикс-прайс. Да вообще. Я все забираю, можешь... Это подарок из моего магазина. Вечная реклама моего магазина. Да, я насобирала. Это я тебя не буду возвращать после видео? Нет, это я выбрала то, что у меня... А у меня все губные позаканчивались, спасибо. Смотри, подожди, смотри, здесь идет. Это то, что у меня разбирают в магазине очень быстро. Это крема для рук, огурчик, который пахнет огурцом офигенно. Есть еще клубнички, есть бананчики, короче, очень вкусно. Но мне кажется, что... Свежий вообще, я люблю огурец, запах, поэтому я тебе огурец выбрала, самое лучшее. Второе, это у нас идет яблочко, это вот такие новые бальзамчики, ты еще их не видела, они у меня да в магазине. Ты мне говорила просто, да. Они вот так раскручиваются, и смотрите, как духи, помните такие? И наносятся. Да, и да, и блески такие. Понюхай. Ну, ты, может быть, там надо дотронуться, чтобы запах пошел. Я как-то девочка передо мной красила давно-давно, я говорю, что за запах, что за аромат, и я помню, что она мне показала именно вот такой вот бутылек, и у меня, короче, есть там еще 5 ароматов всяких классных, но вот яблочный, мне кажется, тоже классный. Но если захочешь, ты из моего магазина можешь выбрать любой другой запах, если вдруг тебе яблочный не нравится. Уже я пальчиком потрогала, я возьму. Все, не принципиально. Конечно. Ну и, соответственно, мои нашумевшие матовые помады, которые все любят, вот они в наборе. Открываешь, да? Посмотрим. Ну, покажем просто набор. Вот. Я знаю, что Кристине подойдут. Здесь есть два темных цвета, а не два разных. Дай посмотри. И вот, вот эти вот, ну, они похожие все оттенки. Короче, они вот для темных девушек. Так, чтобы губы выделялись. Держи. Спасибо. Но, меня, от таких оттенков у меня дома нет. Но и также ты, как мой друг, можешь выбрать из моего магазина любой другой набор вместо этого, если вдруг я тебе не угодила. А какие у тебя еще другие? У меня есть наборы еще, где вообще разные прям цвета. Есть еще серый набор, есть еще где 4 цвета. Много всяких. Вот это какой цвет? Ссылка на мой магазин внизу. Сильно темными я не крашу. Но это такой будет темный прям. Начинаю. Это как раз вот эти два темные, да, я ими не крашусь. Ну, выберешь другой еще. У меня еще есть другой набор. У всех разные, у меня берут такие. Если наборы... мне такая предоставлена возможность, конечно, я воспользуюсь. Конечно же, я бы этими красилась, но я себя чувствую темными не крашусь, потому что они мне не идут совсем. Поэтому я и... Ну, это, то есть, хорошая идея, что это с моего магазина, то есть, она посмотрела, если цвета не понравились, у меня еще много наборов, которые я просто даже не буду открывать, чтобы там не лазить в это. Я да, но это я взяла темные, потому что мне показалось, что ей будут темные. Мне нравятся они, но мне... Если она хочет светлые, она выберет светлые. Но если вы будете где-то в другом магазине брать подруги, то лучше брать, чтобы там была вся палитра разных цветов. Не только темные, а именно палитра. У меня такие наборы в магазине тоже есть. Ну и как тебе такой подарок? Отличнейший подарок. Врешь, небось? И вообще подарки, давай, раз тебе не надо. А теперь все, что не понравилось, да, возвращай. Духи понравились тебе, да? Да, мне все. Я вообще люблю все, что мне дарят. Вот честно. Даже если у меня это есть, я вот не знаю. Я не понимаю, знаешь, людей... Нет, я даже сейчас не пытаюсь оскорбить и слов подбирать. Но не то, что не понимаю. Бывает вот даже на день рождения подарят тоже белье, если у тебя его много. Я просто не раз слышала, два раза получала в ответ, что приходишь на день рождения, ой, мне столько его надарили. То есть ты подарил, да, там, постельное белье, к примеру. А человек...
когда хихикает и говорит о том, что ему много сегодня надарили. Конечно, вообще, на самом деле, подарки нужно уметь принимать. Во-первых, если тебе их дарят, нужно их обязательно принимать и уметь радоваться этим подаркам и говорить людям спасибо. Я сейчас то, что было с икрой, это понятно, что это Кристина, это видео, здесь мы немножко импровизируем, смеемся, как бы, да, ну, немножко да, открытости. Да, это была гвоздь, икра вообще, гвоздь Понятно. Была. И ты гвоздь выгнула обратно. Ты должна была отписаться от счастья. Икра! Ты мне даришь икру! Ты нет, ну ты хотя бы классно, я ее люблю там. Я недавно только доела свой этот еще не успела купить. Нет, я, конечно же, никогда, когда мне дарят подарки, никогда ничего не говорю, что что-то мне не нравится. Даже если мне лучше это не говорить. Нужно. Но тебе могу, поэтому я и сказала на видео, потому что это мой лучший друг, который всегда все поймет, мы в открытку с ней. То есть мы не друг другу это... Не улыбаемся и не говорим там, что как. Но с другими я понимаю, что человек подбирал, может быть, от души, ему было очень где-то тяжело, и он для меня нашел время, что-то подарил. Я очень ценю такие подарки, даже если у меня таких тысяча. И, ну, и никогда не скажу, что такого много или кто-то подарил, чтобы ни в коем случае человеку, который дарит, не было приятно, чтобы он радовался. Даже если он что-то нашел у себя дома, и не нужно ему подарить. Я действительно рада, когда мне что-то дарят. Вот обожаю вообще, что мне что-то дарят. А что ты больше любишь, дарить или когда получаешь? Я люблю дарить, но я, наверное, больше предпочитаю дарить деньги, блин. Потому что людям это 100% нужно. И именно много прям. Если бы у меня было миллион денег, я бы сразу вот миллион на деньги. Ну, согласись, что либо ты даришь подарок за 200 рублей, да, и офигенный, и я радуюсь, либо ты мне даришь 200 рублей. Я всегда переживаю, нужно это или не нужно, понимаешь? Я, блин, начинаю спрашивать, и тем самым начинаю сама заморачиваться, и окружающих заморачивать, и но вообще голова кипит. Но все равно подарок порой лучше, чем 200 рублей, смотря на какую сумму ты хочешь. Если, конечно, на 5 тысяч собираешься подарить, то 5 тысяч лучше подарить, да? Там, или 1000. В общем, есть просто люди, а есть люди, которые любят получать деньги, и вот этими словами это очевидно, что лучше бы ты мне подарил деньги. Я ждала, что все мне подарят деньги, а тут все поприносили белье, ты как хочешь свою икру из Фикспресса подарить таким? Ну вот да, после этого думаешь. Все, девочки, вот такое было у нас коротенькое, хотя не коротенькое, уже почти 30 минут, в общем, надо его заканчивать, видео, идеи подарков, то, что вы можете подарить своим друзьям, подругам, да, и то, что... Как бы, что может понравиться, что нет, как бы, да, и мотивации. С вами была я, Селена, и скромняшка Крис. Ссылка на канал Кристины будет обязательно под видео. Заходите, потому что у нее готовится очень много классных видео для вас и веселых. Она вечно там что-нибудь экспериментирует. Например, волосы вот покрасила зеленкой. Ну, все, мои хорошие, целуем, любим. Пока-пока! Силь, я вот этот выбрала. Можно? Да, здесь больше цвета тебе нравятся. Да, прям я такими крашу, мне всегда говорят, что мне они подходят. Ну все, забирай. Классные, да? Забирай, забирай. Спасибо.